один сигнал. Ну что же, могу сказать, что мы, с вашим позволением, можем сказать, хочу вот что сказать. Вы посмотрите, вот этот оркестр, он как бы старый и как бы молодой. Люди старшего поколения, наверное, помнят подвиги нашего оркестра еще даже в 90-х годах. Эти подвиги закончились тем, что мы на международный фестиваль в Австрию поехали, притом за счет приглашающей стороны. Это было очень приятно. Почему? Потому что они не пожалели денег на этот оркестр. Вот, но, в принципе, люди, которые в этом оркестре играли, они так играют. Но этот оркестр наполняется все время новыми, молодыми людьми. И я хочу сказать, что они еще учатся. Но давайте подбодрим их. Оценили это как доброго пути. Давайте, терпите, но играйте джаз.